Харківські депутати не вважають Росію країною-агресором. Принаймні, це питання розглядати вони відмовились. Його висунули тамтешні активісти. Утім, на розгляд погодились лише 19 депутатів. Решта 47 – проти. Міський голова Харкова Геннадій Кернес пояснив, мовляв, це не в компетенції міської ради, ба більше – це порушення регламенту. А відтак, розглядати питання про визнання Росії країною-агресором ніхто не буде. Я прошу внести... Активисты и общественных организаций нас постоянно как бы приводят в тонус, и, чтобы мы рассматривали все в соответствии с регламентом, законами и так далее. Вот сейчас человек, депутат, предлагает признать Россию агрессором. Ну, во-первых, это не наша компетенция, это первое. Второе, в нарушение регламента. Никто данного вопроса не рассматривал. А также я хочу сказать, что Харьков – приграничный город. И мы все знаем, сколько у нас есть связей личных, не личных, предприятий связи с Российской Федерацией. Поэтому я хочу, чтобы такие вопросы, очень-очень политические, в этом зале не рассматривались.